Привет, друзья! Давно у нас не было обзоров по аршанским стройкам. И вот начинаем в свете последних событий с инструментального завода. Кто в курсе, тут был разнос так называемый президента. Якобы ему открыли глаза на положение дел. Газуху не смогли навести толком, а теперь вот они наводят ее уже более фундаментально. Вот видите, смотрите, крышу делают. Там 31 цех. И там делают крышу. Выделили какие-то деньги на оборудование. Вот. Это здание большое, девятиэтажное. Оно там. Его хотели продать, потом частично, наверное, кто-то его арендует, там какие-то кабинеты. Это люди там ходят в окнах, я вижу. Вот. Так что вот так. Хату, видимо, хотели на этом пустыре построить новый цех, но сказали восстанавливать старое, буду делать старое. Ну и вот там вот эта вот новая мойка автоматическая, там движуха началась. Люди на залили уже фундамент. Видимо, чтобы не мозолила глаза эта стройка, решили тут ее довести до ума. Хотя точно такая же мойка старого автовокзала до сих пор не открыта, что оборудование еще не могут завести. Вот такие вот тут пироги. Ну, с той стороны сейчас проеду, если что-то будет сниму, тоже навели более-менее марафет. Да, но по кадрам, которые я видел по телевидению, в общем-то, инструментально ничего не изменилось за 30 лет последних. Оборудование, все узнаваемо. Все как было. Обидно будет, конечно, если ремонтируют крышу, все сделают, а потом на оборудование, как всегда, не хватит денег. Самое основное, чтобы завод успешно функционировал. Ну что ж, посмотрим. В любом случае, лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. В торговом центре по Якубовского какие-то подвижки. Облицевали еще и синей плиткой какой-то тут помимо оранжевый. Но внутри, видимо, тоже что-то происходит. До открытия пока еще далековато, наверное, к Новому году. На территории Вигмаша, кстати, посносили много корпусов, говорят, там будут расчищать место под новое какое-то производство. В общем, поднимают оршу из руин и пепла. Последний раз покажу вот дом 11 по Якубовского. Он уже полностью завершен. Вот так вот он выглядит. Стояночку оборудовали, тут все как положено. Во дворе там тоже оккультурили. Ну, вот такой вот домик. На территории бывшего пивзавода вот такая картина. Тут, видимо, будут склады какие-то. Вот уже один построен склад. Тут дальше что-то тоже делают. Ну, производство тут вряд ли будет. И вот на Короткевича светофор поставили уже полгода назад, но он не работает. Смотрите, зачем его было ставить, непонятно.
нас Заднекровье. Вот, смотрю на этом доме. Все очень медленно движется. Там что-то крышу делают на этом магазинчике. Окна открыты, возможно, отделку делают. А сзади градили вон там, где экскаватор слева. Площадку, видимо, еще что-то будет. Сейчас попробую зайти вот туда с тыла и посмотреть, что это. Ну, точно, там явственно прослеживается забор с металлопрофилем. И что-то наградили в ту сторону. Пройти, потому что грязюка. В той стороне по Завадскому видимо ничего нового. Посмотрим, что там будет строить. Вот он, паспорт объекта. Окончание строительства марта 18-го, ничего так. Написано, что двухсекционный дом со встроенными помещениями и микроэнергией. Но там явно еще что-то начинают строить. Видите, забор. Что-то и есть вторая секция дома. Дальше идет уже Кутеенко. Надо ложить какой-то мост или что-то. В общем, поговорил сейчас с ребятами, тут вот этот дом Горецкий ребята строят, а там дальше вот экскаватор будет вроде бы панельные типа, по принципу так, типа как у Якубовского. Вот. И дальше еще один будет дом строить. Вот тут вот Горецкий, я тоже говорил, вон там идет пустыня, то есть справа. Можно бы тоже дом заложить. В общем, тут такое масштабное начинается строительство. Это даже очень интересно будет. Ну, смотрите, как вырос быстро дом на Могилевской, в отличие от Ленина. Торговый центр тоже этот выстроение. Ну уже 10 этаж, кстати, может все 12 будет. Кран-то большой. Посмотрим. Вот вид с обратной стороны, вот центр и домик. Судя по полоскам сбоку на фронтоне, там, может, он все-таки будет 12 этажей. Хорошо бы, конечно. Ну, вот такими черепашьими темпами строят дом на Ленина, на случай, что год назад начинали фундамент, вот смотрите, что за год примерно два этажа, это очень, очень медленно. Строят выходные в 12 часов. Вот такие темпы. Тут он
Они продлили забор, вот видите. Тот домик пока еще не снесли. Но скоро уже. А может, не будет снесли. Так что еще продлевать будут вот в эту сторону. Первый этаж видно, он под магазины. Короче, тут еще пока смотреть особо не на что. Все очень-очень медленно. Вот, и вид с этой стороны. Какие темпы.